левого борта. Баллы назад. Подходите, смотрите. Подходи, подходи. Не встречали, красавцы? Что там, ребята? Эстентрик разрушен, господин капитан. Господин капитан! Господин капитан, это серьезно? Господа, я бессилен. Поломка основательна. Буду вызывать буксир. Это не менее 3 суток. Thank you.
Позвольте. Извините, ну, в чем дело? Это хамство, в конце концов. Что вы позволяете? Нет. Так что это? Что это такое? Невозможно. Черт ты что! Давай. Честь имею. Это лодка. Еще минутку, почтеннейшая. И отправимся. Добрый человек согласился отвезти. Здорово, старик, продай лодку. Чего это ради? Лодка мне самому нужна. И потом я подрядился отвезти молодую барышню. Глад. Уже и задаток получил. Вот тебе. Полсотни. А задаток оставь себе. Полсотни? Сто? Не меньше. Мошенник, она не стоит и половины. Впрочем, где-то у меня была еще десятка. Где же она? Была же. Ну что вы, уважаемый, уже давно по рукам. Забирайте лодку, она ваша. Весла захватите, любезный! Передумал, он передумал. Что? Старик продал лодку, я повезу вас. Счастливой дороги, молодые люди. Будьте осторожны, внизу много корчей. Не понимаю. Ему не справиться с такой гонкой. Через два дня из Зурбагана уходит за границу пароход. Я должен на него успеть. Должен. Должен. Продал мне лодку не совсем добровольно. Так что лучше переждем, пока патруль уедет. Не то лодку у нас заберут, и в город мы не попадем. Скорее, они там! Там! Быстрее! Как долго мы простоим? Как вас зовут? Геллисот. Вы не ответили на мой вопрос. Мое имя Трумвик. Трумвик, да, так меня зовут. Предупреждаю, не в защите, я человек мрачный и не кавалер, так что вам со мной едва ли будет весело. Простите, но мне не до веселья. И в лодку я вас не звала. Я очень тороплюсь в Зурбаган. У меня там больной отец, он очень плох. Я везу ему лекарства. И боюсь опоздать.
Во-первых, лодка моя. Во-вторых, в моих интересах попасть в Зурбаган также не позднее, чем послезавтра утром. Сегодня у нас... 17 июля. Отсюда до города не больше 100 верст. А ночью плыть одно удовольствие. Поплывем по прохладе. Послушайте, Трумбик, а может мы... Слышите? Так что подождем темноты. И потом, вы пассажир, Гелли. А я судовладелец. А судовладельцев слушают даже капитаны. Сажених 5 от берега. Если понадобится иначе, я скажу. Перекусим, Трумбик. У меня есть бутерброды с сыром. Ночи. Я тоже взял коробку сардины и кусок хлеба. Держите. Ночь сегодня не очень холодная.
Пароход теперь далеко отсюда. Да, пожалуй. Вы, если хотите, спите. А как же руль? Я умею управлять веслами. А от вашего сонного правления мы того и гляди, сядем на мель. И вообще, я хотел бы, чтобы вы меня слушались. Устройтесь как можете и спите. Вы очень добры. Но я совсем не хочу спать. Thank you.
это Дэви. Найдется булавки. В лодке оказался обрывок лески, и хочу сделать крючок. Здесь должна быть рыба. Хорошо, что железная, ее можно согнуть. Стальная бы сломалась. Ваши восторги мне скучноваты. И потом не кричите, я хорошо слышу. Я не кричала. Вы напрасно сердитесь, Трумвик. Не будь болен мой отец, я бы не оказалась с вами в одной лодке. Помолчите, Гелли. Вы пугаете рыбу. Зажарим.
Я очень устал, Гилли. Я немного посплю. Совсем немного. Пошел марсовый квантом!
произнесли это имя, мне не показалось тогда. И так ужасно стонали. Если я вам мешаю, Гирли? Это я вам, должно быть, чем-то мешаю. Вы все время нападаете на меня. Идите есть. Чего вы ждете? Рыба стынет. Может, я вас и задел чем-нибудь, Гилли? Даже наверняка задел. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам отрицательно. Женщины для меня мировое зло. Женщины? Да, женщины. А мужчины? Вот это чисто женский вопрос. Почему вы не едите? Берите рыбу. Продолжайте, Тронвик. Я, может быть, пойму вас. Чем же показали себя с такой черной стороны мы? Вы еще молоды, Гирли. Но когда проснется в вас настоящая женщина, она будет не лучше всех остальных розовых хищников вашей породы. Женщины лживы, тщеславны, жадны. Поскольку все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже потому ограничены. Это обидно, но интересно. А любовь? Любовь. У меня был приятель. Он безумно полюбил одну девушку. До нее никого не любил. Ему казалось, что она тоже любит его. Он был готов отдать жизнь за нее. И вот в один прекрасный день она предала его и ушла к другому. Теперь там. Да. Я не знаю, что сделал ваш приятель, но он сильно любил, и я бы не осудила его. У вас на губах сажа, Тронвик. Надо ехать, Гилли. Они больше не вернутся.
грести троник, а вы передохнете. Простите, мне очень боюсь опоздать. Весла тяжелые, вы сумеете? Попробую. Если окажусь неспособной, прошу извините меня. Возвращайтесь на свое место. Ну же, ну. Хватит, хватит, Гелик. Хватит. Ну что? Нет, это ничего. Я могла бы долго так грести, потому что весла не очень тяжелые. Только ручки у них толстые. Гели, надо пристать к берегу, будет гроза. Прячемся под лодкой. Трули, смотрите! Я боюсь! Бросайте лодку и следуйте за мной. Глоток горячего кофе барышне не помешает. Лен, пошли. Только не вздумайте шутить. Ружье заряжено, а дым без намордника. Я вижу, хорошо, выстояла. Ну, пленник ваш мы мигом высушим. Ой, бедные вы мои. Прошу к столу. А чайник, должно быть, вскипел. 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 Прошу к столу. Я вас кофе напою. Дайте нам, что у вас есть. Голодны? Я заплачу. Разве берут деньги в таком положении? Барышня, прошу к столу.
Ешьте, ешьте, дорогие гости. Барышня, вы присаживайтесь. Мои певуньи подражают музыке. А, старый дурак. Молодые люди проголодались, а я их решил забавлять. Кстати, вверху тоже дожди. Мы едем снизу. В Зурбагане отличная погода. Как вас зовут? Гутан. Милая, что если Трумлик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника, а? Что ты думаешь? Знаешь? Конечно, я на вашей стороне. Семейный деспотизм, штука ужасная. Только как мне не жаль вас, господа, но вы проехали. Деревня лежит ниже верст 10 назад. Там есть отличный священник. Полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки. Ну что ж, беда невелика. Все, видите ли, вышло очень поспешно. Расспросить было некого. И мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки. А нам с Гелли было много о чем поговорить. Заговорились и просмотрели деревню. Смешные вы, господа люди. Впрочем, молодость имеет свои права. Скажу я вам вот что. Опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника на прошлой неделе убежали из тюрьмы. Одного уже поймали. А другой... Простите. А другой... А другой где-то бродит в окрестностях, я так полагаю. Да? Но нас, знаете ли, грабить не стоит. Мы почти без денег. Как называется эта милая птичка? Это певчий дрозд. Барышня, призабавное создание. Еще кофе. Гели очень трудно напугать, милый Кутан. А что касается меня, я совершенный фаталист. Вы, может быть, правы. Советую вам осмотреть лодку. Вода прибыла, ее может унести. Гелли, я скоро вернусь. А ты послушай птичек и развлекись разговором. Не беспокойся. Я помню, где лодка. И не заплутаю. Эти певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых. А знаете ли вы, барышня, кто этот господин, с которым вам-то хочется обвенчаться? Что за вопрос, конечно, знаю. Идите сюда. Вот. Вчера здесь была полиция. Я знаю, что говорю, знаю. Я сразу понял, какая птичка залетела ко мне в сети. Ужас. Да, вы видите, с кем вы связали свою судьбу? Я очень обязана вам. Что делать?
Сейчас я все объясню. Послушайте, вы помогите задержать его. Я клянусь, отдам вам четверть награды. Молодые барышни, они любят перенарядиться, а жизнь дорожает. Я хозяин своего слова. Я согласна, что я должна сделать. Подведите его к клеткам. Да. И займите птичкой. Я должен схватить его сзади. Господи. У него револьвер. Оттянутый карман выдал его. Он возвращается. Улыбайтесь. Ну-ну-ну, улыбайтесь, улыбайтесь. Ног он знает! Бегите, ног, бегите! Гели! Гели, где вы? Я здесь. У вас кровь. Ничего. Пошли. Вы убили? Собаку. А тут? Мне повезло. Ружье дало осечку. Я связал его. Ради бога, не плачьте, Гелли, я виноват, я один. Мне нужно было сказать все, все сразу. Мне нужно довериться, неужели вы не понимаете этого? Вероятно, не пустила бы вас в эту проклятую хижину. Но я только теперь узнал вас. Моя сказка о священнике и браке не помогла. Он знал, кто я. Что сказал вам Гутан? Не надо, ног. Хорошо. Забудь это. Завтра утром вы будете дома. Гелли. Течение здорово помогает. Так вы догадались. Видите, как вы волнуетесь, рассказ. Я подумала. Вначале это было смутное подозрение. Потом это полиция, ваш испуг. Я сказала все. Его приятель тот сам. Право, за эти две ночи я постарела на один год. Вы поддержали меня, Гелли. Такой поддержки я не встречал. А другие? Другие? Вот, если хотите. Моя мать умерла, когда мне не было еще двух. Отец много пил и не обращал на меня никакого внимания. Опять я научился читать. Моя первая книга была «Приключения Гулливера в стране лилипутов». Вы улыбаетесь, Гилли? Нет, продолжайте, Мак. Я читал бессистемно, безудержно. Запоем. Лет с восьми я начал мечтать о приключениях. Слова Ориноко, Миссисипи, Суматра звучали для меня как музыка. В 15 я сбежал из дома. Мне повезло, я попал на океанский сухогруз Юнга прислуживать капитану. Но оттуда я сбежал. Слишком тяжелая рука была у Кэпа. Плавал помощником Качегара. Потом шхуна, тропики. Дальше вы знаете, каторга, побег. Что вы намерены делать?
Вам хочется разыскать ее? Расскажите, Гелли, о себе. Вы знаете, но мне иногда кажется, что то, что было в эти два дня, это не со мной. Что это я читаю книгу о женщине с моим именем, о реке, о лесах, об опасностях. Странно. Отец не поверит мне, когда я расскажу ему. Да и сестра тоже. Ну-ка, вы зайдете со мной к нам? Нет. И даже больше, я высажу вас у станции. Сам проеду немного дальше. Что же мы? Прощаемся? Мы расстаемся? Внук. Через час вы дома. Все. Это мой адрес. Запомните. Прощайте, Гена. Простите. Thank you.
А ну давай вылазь оттуда! Ну, кому говорят? Последний раз говорю, вылазь, а то пальну! Ну что ж, прыгайте, поручик. Туда, господин капитан? А мой мундир? Да-с. Ну, бог с вами, пошли. Там никого нет. Прости.
Thank you.